Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас я нахожусь в Греции. Нахожусь между полуостровом Ситония и Кассандра. Ситония и Кассандра. Поселок. Метаморфозис мне подсказывают. Пока все соберемся. Отель Симеон. Ресепшн отеля. Чистенько, аккуратненько. Мне лично все нравится здесь. Есть зона для работы на компьютерах. Какие классные кресла. Номер 426 Family. Плитка. Душ у нас за шторкой. Такой, как обычно, туалет. Унитаз. Есть фен. Раковина. Здесь у нас тоже плитка. Диван. Одна большая кровать. Одна кровать поменьше. Кондиционер индивидуальный. Плазменный телевизор. Балкон. Сушилка на балконе. Балкон приличных размеров. С видом на соседний отель и на дорогу. Вот, пожалуйста, вам. Еще раз снимем. Сейф небольшой. Где-то наверняка должен быть холодильник. Я думаю, вот здесь он. Да, вот он, пожалуйста, он холодильник. В принципе, все. Территория отеля. У них есть свои бассейны. До пляжа, говорят, 300 метров отсюда. Пляж песчано-галечный. Если будет возможность, мы снимем, конечно. Его. Если нет, то не обессудьте. Вот один бассейн. Здесь есть небольшой бассейн для деток, судя по всему. Есть мостик через дорогу, видите, такой. И мы попадаем в другой отель. И там тоже что-то есть. Вот он сам отель. Номер 611 стандарт с видом на бассейн. Запрашивать можно, но это будет другой тип комнаты, другая комната. Ванная комната, душ, фен, раковина, шторка, душевая кабинка. Плитка. Три человека здесь, видите, одна кровать, вторая. Кондиционер индивидуальный. Вот здесь у нас холодильник, балкон с видом на бассейн. Вот я вам только что снимал. Есть сушилка сбоку, если кто не знает. Вот она, видите. И есть второй отель рядышком. Там тоже есть бассейн, бар и ресторан, судя по всему. Вот он. Плазменный телевизор. Идем в главный ресторан. Можно просто перейти дорогу, а можно по лестнике, как вы хотите. Видимо, летом здесь может быть интенсивное движение. Ребята сделали такую вот штуку. Смотрите. Там наши лежаки и зонты. Дорога на пляж. Стрельцы рядом совсем. Действительно, 300 метров. Очищается лучше и лучше становится. Они каждый год убирают камни, очищают свой пляж. Там их есть кусочек пляжа. И вот мы с вами попадаем на территорию второго бассейна и ресторана. Как я и говорил, здесь бар. Здесь есть джакузи. Судя по всему, вот оно. Там маленький бассейн для деток. Мне нравится. Такой небольшой отель, но с душой. Все по уму сделано. Вот он, главный ресторан. Детская площадка здесь сбоку. Ресторан построен недавно. Свежий. Все новое.
Это дорога на пляж. Хочу сбегать посмотреть, мне очень интересно. Вот она, галька на входе. Смотрите, какая крупная. Они чистят его. Волны поднялись. Вот, видите, с одной стороны пляж. Вот он пошел дальше. Здесь вход. Камни, они есть крупные, чтобы вы понимали потом. И вот, вот он какой красавец. А вот отель, где находится. Вот туда мы пешком идем. Все близко. Метров 300-400 действительно.